Привет. Привет. Я Стас. У меня Кюнней. 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 Красивое имя. Ты откуда? Из Якутии, я так понимаю. Да. С поселка Андрушкино. Это большой поселок? Не, маленький. Человек 400. Давно прилетела оттуда сюда, в Москву? Я улетела с Андрушкино 15 июля. Скажи, пожалуйста, как называется твой народ? Юкагиры. Юкагиры. Тундренные. Тундренные юкагиры, то есть они бывают еще и... Лесные. Чем тундренные отличаются от лесных? Это произношением слов. В бытовом общении ты общаешься на каком языке? На русском. На русском. А как тогда вы поддерживаете, сохраняете свой язык? Всякие мероприятия бывают, концерты устраиваем. Ну, то есть поют? Да. Как будет привет? Амучи чайлалак. Амучи чайлалак. Ага. Вот если два таких молодых человека встретятся, они же не будут говорить «амучи чайлалак», они, наверное, скажут как-нибудь короче «амучи». Нет, «амучи чайлалак». «Амучи чайлалак», так и скажут. Так и скажут. Одно слово, оно еще длиннее. Ну? Дикие животные, они вот «елукон угорчен дерукон пэ». Так, подожди, еще раз, я приготовлюсь. Хорошо, если я увижу дикое животное в якутской тайге, то я понял, что оно быстрее убежит, чем я скажу, что оно есть. Давай еще елугун. Угурчен. Елугун уджерпен джелкумпе. Какое-нибудь еще красивое слово. Например, давай что-нибудь общеизвестное. Как будет солнце? Ерпе. Ерпе, это довольно коротко. Хорошо, научи меня какое-нибудь еще слово, которое тебе больше всего нравится на твоем родном языке. Я могу спросить у вас, как вас зовут? Давай. Теткириекинак. Теткириекинак. И как будет? Меня зовут Стас. Меткирия Стас. Меткирия Стас. То есть кирия – это зваться, да? Зваться, зовутся. Расскажи еще чуть-чуть про себя. А ты перешла в 10 класс. Да. Есть уже какие-нибудь мечты, кем станешь? Ну, я хотела быть юристом. Но и... сейчас для них работы мало. Защищать или обвинять? Защищать. Адвокатом. Ну что, спасибо. Удачи тебе в твоих начинаниях. Спасибо, что научил говорить на твоем языке.